перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята. И сегодня мы будем с вами играть вот такую вот замечательную игрушку, которая называется «Охотники на зомби». Так, ребятки, ну что, а что это у нас тут моргает? Испытание дня. Принять вызов? Нет, пока я не хочу в испытаниях участвовать. Давайте мы с вами, ребятки, для начала... Так, что нам нужно продать-то? Нам нужно зеленых коктейлей продать. На... А на сколько нам надо продать их? Сейчас мы с вами посмотрим. Аж на 40, ребятки. Так что, так, зомбики найдены, синих коктейлей. Так, нам надо банановые, ребятки, банановую эту мы с вами купили. И а банановые тети-зомби мы еще с вами не нашли. Так, ну что ж, давайте банановых зомби искать. Так, ребятки, зомби обнаружены. Так, давайте начнем нашу... Так, о, у нас ловушка для зомби, ребятки, появилась. Вот такая вот ловушечка. Мы сейчас с вами ее, собственно, и применим. И посмотрим на нее, как она сможет работать, ребятки. Так, ребяточки, давайте с вами аккуратненько сейчас... Подойдем сюда. Вот так вот. Так, давайте сначала ловушки, может, расставим. Смотрите, с одной стороны. Давайте с другой стороны. Я думаю, давайте поменяем на всякий случай, чтобы мы смогли с вами... Опа. Ой-ой-ой-ой, надо было больше, там банановые зомби, ребята. О, отличненько, я бананового зомби поймал, ребятки, и это просто замечательно. Так, давайте заберем нашу монетку и погоним дальше. Так, один банановый зомби, ребятки, у нас есть. Так, давайте, наверное, ловушку поставим здесь. И бросим мозг туда. О, арбузовые зомби. Прикольно. Один ловушку попался, ребятки. А второго я вам поймал в сетку. Так, ну что, и последний зомбик. Я, правда, не знаю, кто здесь будет. Так, давайте поставим, ребятки, ловушечку. И кинем мозг. Опа, отличненько, дорогие друзья. Два банановых зомби мы с вами поймали. И это просто круто. Три даже, ребятки, три банановых зомби. Я как-то не заметил. Отличненько, ребяточки, давайте продолжим нашу охоту. Будем собирать. Так, нам надо, по-моему, зеленые зомби и банановые зомби. Так, зомби обнаружены, ребятки. Давайте накупим всего, что только у нас есть. Так, шляпа с очками. Что у нас? Давайте шапочку наденем. Зимняя шапка, ребятки. Давайте оденем шапочку, потому что на дворе зима, как мы знаем. Так, ну что ж, погнали. О, посмотрите, какой панцирь черепахи. Прикольный, не правда ли? Так, давайте убьем крабика, который нам мешает. И теперь, наверное, давайте поставим вот здесь вот такую штучку. Сюда вылезем. Эй. Так, сюда вылезем и бросим мозг. Так, отличненько, зомбик поймался на приманку. Так, здесь крабик, давайте его уничтожим, отличненько. Так, ребяточки, давайте, наверное, поставим здесь приманку. Ой-ой-ой-ой, я сам на приманку, ребятки, попался. А, на меня не действует она, все понял. На меня приманочка не действует, ребятки. Отличненько. Эй, зеленый, ты куда? Забыл, ребятки, я за арбузового зомби совсем. И таким образом не получилось его словить. Вот так вот, две ловушечки. Я думаю, им пойдет. Банановый и... Этот, как его? Арбузовый зомби поймались, ребятки. Все зомби пойманы. Отличненько. Один арбузовый и три банановых. И еще один арбузовый. Так, ну что ж, давайте, ребятки, в кафе пойдем и посмотрим, что мы с вами уже сделали. Куда мы с вами дошли и... Так, что нам нужно вообще сделать? Так.
Так, ребятки, зеленые зомбики, это отлично. Так, банановых сколько там надо зомбиков? Так, ну что же, смотрите, зелененькие мы продали все. Мы продали все, и оказывается, банановых сейчас мы еще продадим на почти 20, я так думаю. Так, давайте с вами перейдем в поиск зомби, ребятки, и поищем зомбика здесь. Так, погнали, 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 погнали. Так, а что же нас ждет здесь, ребятки? Давайте посмотрим. Так, ого, здесь какая ракушка. Посмотрите, какая ракушка. Так, конечно же, ставим наши. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте поменяем на сетимет. Ой-ой-ой, посмотрите, кто летит. Пеликан. Этот пеликан меня может, ребятки, съесть, и я ничего не смогу сделать. Отличненько. Первый поймался. Второй банановый. Как раз он мне нужен. Ребята. Отличненько. Я успел его поймать прямо перед тем, как он хотел сбежать в лес. О, еще один банановый зомби. Круто, ребятки. Вау. Зомби прятался. Вы видели где? Вот это прикольно. Вы видели, где прятался зомби? Отличненько, ребяточки, все зомбики пойманы, и мы прошли с удовольствием этот уровень, ребята, и это просто круто, я вам хочу сказать. И это просто замечательно, дорогие друзья. Классно. Так, ну что ж, давайте перейдем, ребяточки, в кафе и посмотрим, что нас здесь ждет. Так, она ждет здесь следующее, ребятки, коснитесь для того, чтобы повысить уровень, отлично, мы уже все продали. О, у нас, ребятки, появилось, смотрите, что у нас появилось улучшение для арбуза-выжималки, у нас новая экипировка, зомби-босс какой-то новый, ребятки, и два плутония мы с вами заработали. Так, купить экипировку мы купили, улучшить зомби-выжималку арбузную, ребятки, и продать что-нибудь аж на 380, ого, ребятки, это довольно-таки... Серьезно. Так, давайте с вами улучшим вот эту зомби-выжималку. Давайте улучшим ее на максимум сразу же. Давайте, наверное... А, это... А, продать чего-нибудь. Все, я понял. Давайте будем что-то продавать. Так, продать что-нибудь на сумму 380, это довольно-таки серьезно. Так, это охота на босса у нас здесь. Так, получи болотного босса, чтобы начать производство. Ребятки, мне надо болотного босса получить, чтобы начать производство этих прикольных штук. Так, давайте, наверное, улучшим зомби-выжималку нашу. Максимальное улучшение. Вот эту тоже давайте улучшим на максимум. Все, здесь тоже максимум. И здесь, ребяточки, тоже улучшили на максимум. И это просто круто. И это просто замечательно, дорогие друзья. Так, отлично, отлично, отлично. Так, товара мы уже, ребятки, с вами продали на почти на 200. Почти на 200. А мне надо на 380, да? Ага, здесь охота на босса. И 5 зеленых у меня еще есть, обычных. А, это охота на босса. Но на босса мы охотиться будем с вами, ребятки, уже в следующем уровне.
Так, ну что ж, дорогие друзья, в этом видео мы с вами, смотрите, насколько улучшили наши зомби-выжималки, улучшили с вами, и дошли до босса, ребята, какой-то там зомби-босс, которого мы будем побеждать, мы уже будем побеждать, ребятки, в следующем уровне, дорогие друзья, и продать что-нибудь еще на 100 осталось у нас, или на 90, мы с вами обязательно продадим. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра, ребята, подпишитесь на канал. Обязательно, если вы не знаете это где-то, нажимаем на мордочку клоуна, которого сейчас видим перед собой. Подписываемся на мой канал, ребятки, смотрим мои видосики, ставим пальчики вверх. А я вас сильно люблю, дорогие друзья. Пока-пока.